Ну, в целом вызывает некоторую озабоченность отсутствие преемственности у новой администрации, прежде всего к инфраструктурным проектам многим известным, да, это сказать. Ну и проект Невская ратуша, он как бы получается, ну, в этом русле. Один из самых знаковых проектов. В свое время были действительно даны некие обещания, вот, в том числе по там, размещению зданий администрации переезда соответствующих государственных структур. Вот. Но, к сожалению, в целом здесь можно сказать о вот такой вот смене вектора в развитии города, и, может быть, это вот не всегда и бизнесом, и горожанами может быть воспринято положительно. Здесь также можно обратить внимание на то, что фактически инвестор уже, ну, больше года вкладывает в строительство, не помню, около 5 там, или больше этажей уже сегодня построено. О суммах, которые на сегодняшний день потрачены, сложно судить, а в целом стоимость проекта может составлять от 20 до 30 миллиардов рублей. Что касается здания администрации, то это может быть сумма в районе 10 миллиардов рублей, ну, учитывая особые требования, которые предъявляются к подобным зданиям. К объектам, принадлежащим и используемым органами власти, могут быть действительно особые требования как по там, моментам безопасности. Вот, не хочется на них останавливаться, но это означает дополнительные затраты инвесторов в капитальные элементы, так и по техническому оснащению. Это тоже, так сказать, наверное, его можно сравнить с классом А, но с офисными зданиями класса А, но еще в более, так сказать, таком продвинутом, более высоком варианте.